11 декабря в Большом театре Беларуси состоится уникальный концерт с участием молодых звезд оперной сцены. Большинство из них начало свое восхождение именно в Минске, приняв участие в международном конкурсе вокалистов в разные годы. В преддверии концерта мы решили поговорить с лауреатами и победителями конкурса о том, как изменилась их жизнь после участия в вокальном соревновании. В качестве вот такого международного конкурса, как это в классическом варианте, Минский стал для меня первым. Вот. И, соответственно, для меня это было очень волнительно, очень интересно. Я встретила тут много друзей, с которыми вот я сегодня буду петь в одном концерте, и в прошлом году пела. Очень много, конечно, произошло после этого конкурса. Была масса приглашений, предложений и выступлений на различных концертных площадках. Так что, несомненно, конкурс дает хороший старт певцам в мир большой оперы, в мир большой музыки. Этот конкурс, естественно, сыграл в моей жизни роль. Я получила предложение, стала ездить в Европу, познакомилась с арт-директорами и имела возможность получить новые контракты. Всегда это для меня предновогоднее такое настроение, потому что в этом году, если честно, первый раз, когда снега нету, я приехал, удивился, ждал, что снега увижу. Да, а так Минск мне дал очень много теплых эмоций, воспоминаний. Конкурс – это своего рода толчок. Каждый раз, когда выходишь на сцену, ты переживаешь новые какие-то ощущения, обязательно связанные с волнением, с умением собраться на публику, с умением донести максимально тот материал, который ты подготовил. И это необходимый этап в развитии любого музыканта, любой творческой личности.